Итак, всем привет еще раз. Не знаю, видно мне в кадре, не видно. Значит, иногда приходим мы на рыбалку и обнаружим следующее, что у нас мелкая рыба, или даже, в принципе, бывает и не мелкая, гуляет поверху. То есть мы пришли его ловить на удочку, на поплавочную, но она не клюет. Можно, конечно, поставить поплавок в пол воды, попробовать ловить таким образом, но тоже ничего не получается. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Значит, я взял ультраский стик, отмечу, что привязал напрямую к шнуру ультралайтовой палочки. У меня есть такая вот тоненькая плетеночка. Привязал без всех застежек, снял все крючки вместе с заводными кольцами обязательно. Потом что сделал? Привязал поводочки с лески. В принципе, сантиметров 30 достаточно, но можно немножко даже и больше. Блин, застрял крючок там между кладкой. Зараза. Вот. И на конце привязываем вот такой вот маленький крючочек. Ставим вот такой вот опарыш. Надо это уже поменять. Крючок чем мельче, тем лучше. Вот. И просто делаем заброс дальний. Вот, слышно, как малек прыгает. И делаем простую обыкновенную проводку. Еле-еле крутим катушкой. Значит, в этом случае у нас ужинский стик едет по воде просто и клюет иногда рыба. Худо-бедно, в принципе, но сегодня я на такую народную снасть вот так чуть-чуть наловил. Можно было, конечно, поставить полопопер, для этих целей существует, но полопопера у меня как такового нет. Оказался под рукой ужерский стик, вы можете поставить просто попер любой и сделать то же самое. То есть очень часто бывает, мы приходим на водоем, и рыба вся идет поверху. Поверху собирает мошек, всяких насекомых. Кстати, таким же самым способом я на реке Днепр ловил головля. А на такую снасть верховодку однажды я наловил очень много, большое количество, клевало как сумасшедшее. Что отмечу, леску надо ставить желательно потоньше. У меня здесь стоит леска толстая сильно. И когда попадается рыба, начинает крутиться барашки. Как с этим бороться, чтобы не было барашек и не было перехлестов? Ну, скажем так, ничего такого всего не придумаешь, опробовал цепляться до грузик, но тогда проводку приходилось делать немного быстрее. В данном случае делаю просто заброс, и когда уже приманка начинает приводняться, делаю резкую подтяжку на себя, тем самым приманку саму вытягиваю наперед, и крючочек у нас ложится сзади. Ну и вот так вот, таким способом можно, в принципе, худо-бедно, но наловить хоть что-то. Добавлю чуток, вот поймал красноперку сдалека, вот эту мега народную снасть, короче. Значит, поклевку мы чувствуем чутко в руку, потому что палочка ультралайтовая, легенькая. Но в данном случае получилось то, что я поклевку почувствовал прямо в руку. Также отмечу, что, значит, на мелких местах бывают такие места мелководные, у меня встречались такие места, где заходишь, смотришь, глубина, ну, практически, не знаю, сантиметров 30 максимум. И там очень много трется красноперки, верховодки на очень маленькой глубине. Получается, что у нас поплавок, там мы глубину поставить не можем, у нас длина косички, длина грузика, и уже получается мелко. Всем пока, ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал.